22 ноября в Императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное закрытие молодежного научного конгресса стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие традиционно началось с торжественной приветственной речи проректора по внешним связям КФУ Тимирхана Альшева. Я думаю, вы уже успели побывать в нашем музее, музее истории Казанского федерального университета. И вам уже немного рассказали о зале, в котором мы сейчас находимся. Он называется Императорским. Это сердце нашего университета. Здесь проводятся все самые важные мероприятия. К примеру, церемония вручения дипломов выпускникам. Участниками молодежного научного конгресса стран Организации исламского сотрудничества стали свыше 50 молодых ученых из более чем 17 стран – Египта, Малайзии, Индонезии, Ирана, Пакистана, Турции, Азербайджана и других. На его закрытии присутствовали исследователи, инноваторы и академики Российской Федерации и вышеупомянутых стран. Здесь выступали очень известные личности. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступал здесь. Эрдоган, президент Турции, тоже выступал в этом зале. Многие другие президенты, профессора выступали здесь, читали лекции. Этот зал очень важен для нас и для университета в целом. Напомним, что ключевой целью Конгресса было создание платформы международного сотрудничества для формирования предпосылок к устойчивому развитию кооперации в научной сфере с регионами ОИС, что было успешно осуществлено в стенах Казанского университета. Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универньюз. We'll be right back.